начинаете очень-очень похоже на свою тетку. Вы не собрали депутатов и не провели полноценные переговоры. То есть мы договорились с вами в воскресенье, что мы собираемся. Вы так на встречу с нами не пришли. Сама повестка, которую сегодня вы своим распоряжением назначили сессию, сама повестка не включила тот вопрос, который на почетной сессии был внесен в секретариат. Это вопрос об отставке исполкома и всех замов. В эту повестку он не внесет. Включил, Виталий. Уже включили, включил, да. Вы переживаете? Нет, мы переживаем. Просто мы вас не видели, сказали, вы себя плохо чувствуете, замы ваши болеют. Мы очень сильно переживали. Потому что мы надеялись, что вы на встречу будете приходить. Мы бы смогли тогда сегодня и все комиссии принять, и регламент принять. Нам вас очень не хватало. Потому что, скажем, исполком, там же персональный состав. Скажем, по цифре мы договорились, но опять же без вас. Я думаю, вам доложили ваши помощники об этом. Но мы сегодня еще будем выступать и покажем свои проекты. Как минимум треть депутатов даже не знает, о чем будет вестись речь. Нероздан проекты. Один из вопросов повестки дня – это выборы голов комиссий. Может, все-таки надо было проинформировать депутатов, по крайней мере, раздать проекты хотя бы перед сессией, для того, чтобы люди понимали, к чему готовиться и за что голосовать. Вы сегодня предлагаете проголосовать за эту повестку дня. Я не вижу абсолютно никакого смысла за нее голосовать. Это же не штат. Это депутаты, которых выбрали люди. Першим питанням ми чітко закріплюємо, що всі заступники міського голови входять до складу виконавчого комітету. Другим питанням розпускаємо виконавчий комітет і звільняємо з посад відповідно всіх заступників міського голови. У мене пропозиція голосувати за цей питання поіменно, так як він має дуже важливе політичне значення. В данном случае, Владимир Васильевич, вы показали свою позицию, я вам публично ее озвучил в вашем кабинете. Вы очень упорно держитесь за прошлое. В данном случае это ваше право. Вы опять можете подать тех, кто вам нравится. У вас это право никто не лишал, но вы тем самым лишаете права нас, как представителей Херсонской громады. Потому что каденция прошлая закончилась. По закону о местном самоуправлении утверждает заместители ваших прекрасных, утверждает депутатский корпус. Если так каденция закончилась, нужно их переутвердить. Поэтому они автоматически становятся ИО. Я не понимаю, почему вы упираетесь и держитесь. И для журналистов специально небольшая ремарка. Я думаю, вы видели голосование по повестке. По-моему, уже ни для кого не секрет, что происходит в зале и какая широкая коалиция нам в Херсонской громаде грозит на ближайшее время. Мое предложение было проголосовано 19 голосами. Там два вопроса. Два питання не може бути поставлено. Віталій Володимирович, ну так, не може бути. Чого ви боїтесь? Чого ви спускаєтесь? Вам стыдно перед людьми? Чого ви боїтесь? Віталій Володимирович, мені нічого боятися. Тому, будь ласка. Не рушайте вас. Було проголосовано, ми зараз візьмемо запис і підемо в суд. Було проголосовано предложення. Голосувати поіменно. Вопрос номер один, вопрос номер два. Ви слышали це в записі? Вам напомню, я напоминаю, а вы теперь ломаете, вы очень сильно напоминаете своего предшественника. Не ломайте регламент. Будьте честным человеком. Вот призвал вас, народный депутат с вами рядом сидит. Он сказал, за честную работу, давайте честно работать. Не бойтесь и проголосуйте по имену. Вам стыдно встать и сказать, что вы поддерживаете своего лучшего друга? Не бойтесь. Это честное, ну это будет честно. Встал и сказал, я готов сейчас уйти к вам в оппозицию, быть в меньшинстве, но я честно займу свою позицию. А чего вы боитесь? То, что мы с вами сегодня наблюдаем, ну, во-первых, я давно знаю этого человека, мне очень стыдно за Миколаенко Владимира Васильевича, он практически превратился в сальдо, практически. Он нарушает по каждому пункту регламент, он просто его насилует. Ну, возьмите, откуда родилась повестка дня? Встречались все главы фракции, и ни у кого не было таких предложений. И вдруг за ночь под одеялом, он, кстати, на эти встречи не ходил. Это первый момент. Второй момент, он сейчас предлагает голосовать за секретаря в открытом режиме. Я бы ему очень советовал поменять юристов. Самому хотя бы прочитать закон, где четко сказано, что только в тайном голосовании выбирается секретарь. Это основное условие. Ну, а все остальное вы видите сами. Идет широкая коалиция из тех, кто всегда за деньги. К чести сил демократических я горжусь самопомощью, батьковщиной, свободой. Они своих позиций не меняют. Поэтому будем работать дальше. Не будет это для них каденция малина. Я думаю, что им за все придется ответить.